Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам подготовила три вкусных рецепта, которые можно приготовить из курицы. Каждый рецепт по праву может занять почетное место на любом праздничном столе, в том числе и на новогоднем. Более подробные ссылки каждого рецепта я оставлю под видео и в первом комментарии. Предлагаю вашему вниманию рецепт очень вкусной праздничной курицы, приготовленной в духовке. Нам нужна целая курица, разрезаем ее на порционные куски. Отдельно приготовим соус-маринад. Он делается на основе красного болгарского перца, чеснока, также красного острого перца, лимонного сока, соевого соуса. Маринад нужно обязательно измельчить в маленьком кухонном процессоре. Курицу перекладываем в пакет, желательно двойной для прочности, и заливаем соус. Хорошенько перемешиваем и отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа, можно на ночь. Выкладываем в форму, смазанную растительным маслом. Запекаем в духовке 35-40 минут. Сейчас я приготовлю соус-глазурь, которая состоит из кетчупа, также паприки и меда. Смазываем соусом и отправляем еще в духовку на 10-15 минут. Курица готова. Очень вкусно. Следующее шикарное праздничное блюдо – куриная грудка кордон блю. Куриную грудку нужно разрезать вдоль, не дорезая до конца, и отбить между двумя пластами пленки. Толщина должна быть ориентировочно 2 мм. Куриную грудку нужно посолить и добавить специи по вкусу. Также выкладываем сыр, ветчину и еще один слой сыра. Свернуть нужно все в рулет. Сворачиваем при помощи пленки и завязываем очень туго. Отправляем в холодильник минут на 15-30. Сейчас приготовим лизон. И здесь мы используем 2 яйца и молоко. И также немного добавляем соли и специй по вкусу. Приготовленные рулеты нужно тщательно обсыпать мукой, затем в лизон и в хлебную крошку. Так приготовим все рулеты. Обжаривать будем в растительном кипящем масле до румяности с двух сторон. Выкладываем приготовленные рулеты в форму для запекания. Форму для запекания нужно накрыть фольгой и отправить в духовку ориентировочно на 15-20 минут в зависимости от размера ваших рулетов. Очень вкусные получаются рулеты, настоящее праздничное блюдо и никого не оставляет равнодушным. Сейчас хочу предложить вам еще один из любимых моих рецептов приготовления куриной грудки. Это поистине очень такой необычный рецепт и вкусный. Куриную грудку нужно отбить между пленкой. С двух сторон хорошо нужно посолить и добавить любимые специи. Сейчас куриную грудку нужно обжарить с добавлением растительного и сливочного масла. Обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Как только куриная грудка обжарилась, перекладываем на отдельное блюдо. А в этой же сковороде приготовим наш чудо вкусный соус. Нам нужен чеснок, каперсы. И также добавляем сюда вино, сок лайма. Сок лайма можете заменить соком лимона. Но если будет лайм, это будет просто невероятно вкусный соус. Приготовим соус и обратно отправляем в сковороду куриную грудку. Закрываем крышкой и протушим еще несколько минут, чтобы куриная грудка пропиталась ароматом и стала очень мягкой.